Болезнь нашу Русю забрала, как уходила из жизни звезда сватов Писанка. Близкие звезды сватов Руслан и Писанки в соцсетях сообщили, что до последнего верили в ее выздоровление. Сама актриса также излучала оптимизм и надеялась побороть тяжелый недуг. По словам близких, тяжелое заболевание у актрисы диагностировали именно немецкие врачи. Сама Руслана практически никому не рассказывала о тяжелой болезни. Она следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала, признались в окружении 56-летней актрисы. Вечная память. Друзья, а вы помните ее в сериале? Понравилась ли вам ее роль?